Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на Первом независимом ЗАП-ТВ. С вами я, Екатерина Заморехина. Спонсор одежды ведущей – магазины Intimissimi. В пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Днем температура воздуха составит минус 15-17 градусов мороза. Ночью минус 24-минус 26. На этом все, а вам я желаю отличного настроения и до скорой встречи!